Друзья, всем привет! Это «Диктатура закона». Меня зовут Жасулан, и сегодня мы снимаем обзор о том, как списать комиссию банкам. Смотри, как это получается на деле у профессиональных юристов в этом видео. Каждый день наши сограждане по разнообразным причинам получают кредит в банке. И когда это происходит, мы все понимаем, что банк – это некий монополист. Почему это происходит? Потому что когда человек сидит у менеджера, он знает, что он экономически слабая сторона. И это прежде всего вызвано тем, что мы не имеем возможности изменить ни один пункт в этом договоре банковского займа. Я лично с этим внутренне не согласен, потому что я считаю, что это нарушает права нашего гражданского общества. Расскажу на примере. Рустам получил кредит в банке, и оплачивая определенную сумму денег, он заметил, возможно, заметите и вы, что в графике погашения имеется целая графа с указанием комиссии за обслуживание займа. В нашем случае она составила 7015 тенге в месяц. Вот именно эта сумма является лишней в этом графике, потому что она должна быть исключена. Такое удержание является по сути незаконным. Представьте, Рустам все время оплачивал кредит порядка 87 тысяч тенге в месяц, а по факту должен был оплачивать всего 80 тысяч тенге. Нарушение прав? Думаю, безусловно. Ситуация разрешается через суд. Иногда бывает так, что суд проходит без вызова сторон. Но для начала вы должны будете обратиться с письмом в банк, в котором будете просить исключить пункт договора, который предусматривает право банка изымать комиссию за обслуживание выданного им займа. В нашем случае, согласно графику погашения, эта сумма составляет 7015 тенге. Естественно, банк откажет. Сошлется на то, что договор с вашей стороны был подписан якобы добровольно, и вы сами с этим согласились. Иногда даже могут поступить угрозы, что банк имеет право потребовать досрочной выплаты всех сумм задолженностей в случае вовлечения клиента или связанной стороны в судебный процесс. Нехило, да? Держи гранату от банка, называется. Ну, в принципе, такую позицию мы и ожидали всегда. А вот после получения такого письма счастья мы инициируем иск в суд, в котором должны будем указать несколько требований. Первое. Признать недействительным условия тех пунктов договора, которые устанавливают комиссию за обслуживание займа. Второе. Взыскать с банка в пользу истца уплаченную сумму комиссии за обслуживание займа. И третье. Не забываем про взыскание судебных расходов. В нашем случае суд, рассмотрев заявленные исковые требования, пришел к выводу, что оспоримая истцом сумма комиссии ежемесячно взыскивалась без осуществления банком каких-либо действий по обслуживанию кредита. И оспоримая ежемесячная комиссия за обслуживание кредита введена банком формально, только для мониторинга поступающих средств, то есть без производства каких-либо банковских операций. Следовательно, требования истца о признании недействительным таких пунктов являются законными. В связи с чем все заявленные исковые требования судом были удовлетворены в полном объеме. В частности, был признан недействительным все пункты договора банковского займа, которые предусматривали взимание комиссии. И с банка взыскано в пользу Рустама все суммы незаконно удержанных денег. Поэтому, друзья, хотелось бы в конце пожелать вам такой финансовой состоятельности, чтобы вы не прибегали к займам. Ну а если уж кредит получен, то хотя бы не переплачивать. Помните, что диктатура закона – это всегда высокие стандарты защиты прав. На этом мы с вами прощаемся. Делитесь этим видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и мы будем видеться чаще. Пока!